органах служу уже с января 2001 года. То есть сотрудник я уже довольно-таки, ну, старый, скажем так. Опытный, да, 17 лет уже. 2 года назад Наталья Котова перевелась из Москвы в отдел миграционной службы Одинцовского управления. И, как сама признается, очень этому рада. 27-летие отдела миграционной службы отметили торжественным собранием. С профессиональным праздником сотрудников подразделения поздравил заместитель начальника Одинцовского управления Вячеслав Савкин. Он отметил слаженную работу коллектива и преданность выбранной профессии. Такой огромный пласт труда на вас, на ваших плечах. Хотелось бы, наверное, чаще благодарить, поскольку вы оказываете огромную помощь гражданскому населению, населению, которое прибывает у нас из других регионов. В отделе миграционной службы работает сплоченный коллектив, способный решать самые сложные задачи. В их компетенции вопросы, связанные с оформлением гражданства Российской Федерации, выдачей документов для проживания и временного пребывания на территории нашей страны, а также осуществление трудовой деятельности иностранцами. За профессиональные успехи почетными дипломами были отмечены более 15 сотрудников подразделения, добившихся высоких показателей в служебной деятельности. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».